Длительность экзамена по русскому языку 3 часа 30 минут. Для его проведения в городе работали 13 пунктов на базе школ, в том числе 2 пункта на дому. Более 700 педагогических работников обеспечивали организацию ЕГЭ. В этом году на всех экзаменах полный комплект материалов распечатывается прямо в аудитории перед участниками. Также в этом году установлено минимальное количество баллов, которое необходимо набрать для получения аттестата – 24 балла. Для поступления в вузы необходимо минимум 36 баллов.